иначе до олимпийского флага. Передавать друг другу олимпийский флаг. Естественно, он останется у нас. Идея олимпийского флага, как и безусловно многое другое в олимпийском движении, была предложена Пьером де Кубертеном. МОК утвердил в 1913 году. И флаг было решено поднять на игры 16 года, но, как вы понимаете, этому помешала Первая мировая война. Печатный флаг на белом атласном полотнище размером 2 на 3 метра, олимпийский символ, 5 разноцветных колец. Ну и белое поле флага дополняет идею дружбы всех без исключения наций Земли. Грегори Робертсон, мэр Ванкувера. Машет флагом. Здесь это незабываемые минуты. И огромное спасибо мэрии Ванкувера за основные тяготы, если можно так выразиться, по инфраструктуре. И как раз на плечах Ванкувера, Британской Колумбии, Жак Рогге. Жак Рогге прекрасный спортсмен, неоднократный участник Олимпийских игр, яхтсмен, призер очень престижных мировых состязаний и мэр Сочи Анатолий Пахомов. Это необычайно приятно, в это даже трудно поверить. Саша. Да, какая-то гордость вот, да, дополнительная вот именно за то, что мы сейчас видим. Ну и гимн Российской Федерации. Государственный академический хор.